Приветствую всех подписчиков гостиного канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по буксу Mine Commons, какой-то, ну вот такое вот у него название. Я проверила, друзья, этот букс на вывод. Все шикарно, все замечательно, букс платит. Сегодня чуть-чуть мне там не хватало монеток до вывода. Пришлось зайти на шортлинк и немножко помучиться и добить на вывод. Сейчас покажу вывод. Где-то примерно минут выводила я на Faucet Pay. Значит, от 400 биткоин сатошиков выводила я в USDT. Если кликнем здесь, думала в тронах вывести. Здесь трон нету. Вот USDT стоят по умолчанию. Взяла адрес Faucet Pay. Сюда прописала вот адрес. Прописан. Сумма стояла уже по умолчанию. Кликнула вывод. И минут через 30, может 40, монеты пришли на кошелек. Значит, выводила я 401 биткоин сатоха. 14.07.23 год. Переходим на Faucet Pay. Вот Mine. Ну, тут это вот название их. Это плюс 12 центов. Так. 14 июля. Все замечательно. Платит. Можно работать. Ну, в принципе, на этом и все. Кому интересно работать и зарабатывать, неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.